Здравствуйте, друзья. Я сегодня заступаю на дежурство по Америке. Что-то давно не дежурил. И поводом у нас будет опубликованная сегодня с утречка агентством Bloomberg сообщение такое о том, что творится у нас на рынке труда в Соединенных Штатах. И интересная такая штука, потому что обычно, когда пишут про рынок труда, ну, говорят, ну, вот там такой-то процент безработицы. Потом начинают такие либералы, такие, иногда даже местами разумные, говорят, вот это не настоящая безработица, потому что есть еще скрытая безработица. И вот это уже люди, которые отчаялись, люди, которые там по каким-то причинам уже там, я не знаю, что еще. И, в общем, если вот сейчас говорят там чуть меньше 6% безработицы, то, ну вот, на самом деле это намного, на чуть ли не 20, в общем, они так как-то так по-своему считают. И я хочу сказать, что когда безработица 3%, например, это значит, что в стране чудовищная нехватка рабочей силы. Я это наблюдал своими глазами. Чудовищная нехватка рабочей силы. Это 3%. Вот 6, это значит, сейчас около 6. И это как бы обычный разговор о безработице. Говорит, там, какой, насколько снизилось, сколько рабочих мест там создалось в таком-то месяце, там, или там, ну, вот такого плана. И в зависимости от этого, на самом деле, от этого очень много зависит с точки зрения оценки инфляционных процессов. Потому что, если, например, рабочая сила в дефиците, то начинают больше платить за то же самое. Начинают больше платить, соответственно, в конкурентной борьбе, так сказать, за рабсилу. Начинают больше платить, соответственно, инфляция. Раз инфляция, тогда, значит, с ней надо как-то бороться. И вот начинается работа с interest rate, вот с этим, да, он повышается или понижается. Экономику хотят, значит, разогнать или, наоборот, притормозить и так далее. Так вот, что я хочу сказать, что тут совершенно необычный такой репорт. Надо сказать, редкий по содержанию репорт опубликовало агентство Bloomberg. И смысл его вот в чем. Статистика приводится, там такой график. Ну, для тех, кто не любит научные слова, я тогда не знаю, как кривуля такая, кривуля, которая показывает, сколько в стране вакансий, да, или как мы говорим, открытые позиции. Перевод, это калька с английского, open positions, да, открытых позиций, вакансий. Хотя я думаю, что и вакансия — это не русское слово, то же самое, да, там vacancy. Ладно. Значит, оказывается, что по состоянию на декабрь, вот данные немножко запаздывают, по состоянию на декабрь прошлого года вакансий в стране чуток больше 5 миллионов. Там 5 миллионов, там 20 тысяч. Это при том, что у нас на самом деле еще безработица около 6%. Ну вот, то есть примерно столько же вакансий в стране, сколько, например, безработных официально зарегистрировано. В начале года вакансий было 4 миллиона. То есть вот за год выросло на миллион количество незаполненных вакансий. В самый поганый момент кризиса, вот там в середине, там ближе к концу 2009 года, было 2,5 миллиона вакансий. То есть, представляете себе, значит, в стране 10% безработица, да? А в ней вот 2,5 миллиона вакансий. Даже во время вот такой, казалось бы, нехорошей, несимпатичной безработицы. Пишут, что рост вот этих вакансий происходит за счет таких сегментов экономики, как строительство и розничная торговля. То есть нужны продавцы, нужны строители. При этом сокращается количество рабочих мест, количество вакансий в данном случае, количество вакансий в manufacturing, то есть в производстве, да, там на заводах, так назовем, на заводах и фабриках. А вот, значит, в строительстве и в розничной торговле растет. Теперь дальше мы движемся. Так, я сегодня по другому маршруту еду, мне надо к врачу с утра заехать на обойд. Значит, примерно такое же количество вакансий было в начале 2001 года. То есть, на самом деле, было даже чуть-чуть больше в начале 2001 года, когда вот
прямо перед тем, как обвалился интернет-бум. Вот я очень хорошо помню это время, вот когда, например, сокращения там были, но, скажем, в январе и в феврале ребята легко находили работу за неделю, а в марте уже все кончилось. Вот все, закончилась возможность найти работу. Вот это вот примерно в это время, вот к этому моменту, вот было даже чуть больше вакансий, чем сейчас. Потом оно резко упало, потом был подъем, большой подъем, где-то в 2006 году, 2006-2007, как раз вот когда такой бум недвижимости, вообще неплохо было, такое время было активное. И доходило тоже там, ну не до 5 миллионов, но до 4 миллионов вакансий. Такая, ну еще раз, кому интересно на кривулю посмотреть, она такой характер носит, как и всякая такая экономическая кривуля, то упал, то поднялась. Мой вывод и как бы тот угол, что ли, под которым я вам советую на это посмотреть, состоит в том, что в самой чудовищной экономике, в самой жуткой экономике, когда, казалось бы, каждый десятый там потерял работу, когда 12% населения, семей, 12% семей получают фудстемпы. Да? Это вот как вот было в последний раз. Значит, вот в этой экономике 2,5, там, 2, ну не 2,5, там, свыше 2 миллионов вакансий. О чем это говорит? Это говорит о том, что в сегодняшнем мире раб – это не тот, кто является по документам собственностью другого человека или там корпорации. Раб сегодня – это человек, который сам за себя не отвечает. Он сам свою жизнь не контролирует. Он является таким сухим листиком, который ветром в ту сторону подуло, он полетел, в эту сторону подуло, он полетел. Не было ветра, он просто лежал. Вот это как бы современное рабство. То есть раб не хозяин сам себе. Значит, если человек постоянно развивается, то есть он учится, он совершенствуется в своей профессии, он, может быть, он даже меняет профессию или добавляет какую-то профессию к существующей профессии там, и так далее. Я так уже, если мы на эту тему добавления профессии, я помню, вот как раз когда этот кризис начался в 2001 году, а поскольку я за тестерами программного обеспечения присматриваю, как бы я такой смотрящий, то хочу заметить такую вещь, что в то время очень многие компании ужимались и вместо двух должностей, то есть тестера и того, кто делает релизы, да, билд-инженер или релиз-инженер, они совмещали это. То есть тот тестер, который был в состоянии делать релиз, что на самом деле не безумно сложно, но надо уметь тоже. Вот эти были на расхват, а просто тестер или просто релиз-инженер уже проблема. Я к чему рассказываю, что люди, которые умеют делать сложные вещи, эти люди всегда в цене и всегда в ходу. Конечно, зарплаты падают. Я могу сказать, что, например, люди, находившие работу в условиях спада, там 2002, 2003, 2004, 2005, они, конечно, не получали тех денег, которые они получали в 2000-м. Но 2000-й был сумасшедший год. В 99-м они, конечно, столько денег не получали, но они были при работе. То есть они не пошли там в банкротство, у них не ушли с молотка там набранные в кредит там какие-то там дома и так далее. Что было проблемой тех, кто набрал, а работу удержать не в состоянии. 2,5 миллиона открытых позиций, вакансий в рецессионной экономике, где 10% населения без работы. Вот я бы такой вывод сделал. Как-то я беседовал с одним мужиком, он вообще-то он по инвестициям, то есть он такой венчурный капиталист. И мы как-то на какой-то там тусовке по стартапам с ним разговорились, и вот по вопросам безработицы. И я ему говорю, вот как ты считаешь, если мы берем какую-то вот одну конкретную профессию, вот в каком проценте этой профессии ты должен быть, чтобы, например, всегда иметь работу и ни в чем там, ну, не сомневаться. Потому что я думаю так, ну вот, допустим, была, когда была депрессия, не рецессия, депрессия, и там 25-30% населения были безработными. Я думаю, ну если ты хотя бы в 50%, то, наверное, это у тебя будет работа. И он так головой покачал, и он говорит, ты знаешь, это очень-очень зависит, потому что это так не размазано среднестатистически. Это может быть там ты в 20%, а все равно без работы.
Но, говорит он, если ты в 10% той профессии, которой ты занимаешься, то, он говорит, я даже представить себе не могу, чтобы там в самых критических обстоятельствах у тебя не было бы работы. Вот, значит, пожалуйста, я как бы вам даю эту цифру. И я, на самом деле, тогда еще подумал, у меня такая мысль возникла. Я постоянно думаю о тестировании. В чем смысл тестирования? Я подумал, что если человек, вот, допустим, может быть там в 10% лучших, например, как программист, шикарно. Но если он, допустим, в 30% как программист, или там в 50% как программист, но если его переставить в тестирование, он будет там в 5%, то, может быть, ему надо это сделать, потому что надо быть лучшим в том, что ты делаешь. Не первым, понимаете? Не первым, а лучшим надо быть. Большая разница. Поэтому такое вот мое рассуждение. И вот такой, значит, у нас сегодня будет обзор дежурства по Америке. Дежурство я себя складываю, повязку снимаю и отправляюсь на appointment к врачу. Ну, давайте, может быть, раз мы подъезжаем к медицинскому офису, я вам покажу медицинский офис. А то вы скажете, а как вот работают американские врачи там туда-сюда. Вот сейчас и посмотрим. Вот то, что вы видите, вот слева. Ну, сейчас увидишь. Ладно, мне трудно камеру крутить. Так, секундочку. Так, видишь, ты тут запарковаться-то простому человеку негде. Да. Так. Хорошо. Вот так, друзья, выглядит здание, где находится много-много медицинских офисов. Там чуть подальше, в ту сторону, находится большущий госпиталь, называется El Camino Hospital, хороший большой госпиталь, частный. Вот. А здесь вот офисочки, и практически все врачи, которые здесь в офисочках, они в госпитале там немножко тоже там какое-то время проводят, и тут у них своя как бы частная практика, вот так оно. А вся Кремниевая долина в таких вот зданиях, и так это выглядит. Вот мы проходим внутрь, вот пути есть на второй этаж там, а здесь на первом, видите, табличка. Мы идем, и мне прямо вот в эту дверку, вот сюда. А вот в этой дверке справа я обычно кровь сдаю, там у них есть возможность. Все, ребята, я выключаюсь.